Ребят, начнем с подборки тиктоков, а там посмотрим. Сейчас. Сначала подборка тиктоков, а потом все остальное. У нас есть ровно час. Поехали. Кстати, ребят, все скажите, что я молодец, и Артур молодец, потому что Дрейк не мог приехать к нам на концерт в Москве, и мы оплатили Дрейку билеты на самолет, чтобы Дрейк успел к нам приехать, и он прям к концерту успел приехать. Так что мы молодцы, мы умнички, мы настоящие друзья. Хай. Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Все материалы в данном ролике взяты из открытых источников. Я, кстати... Я из Самары. Даня записывает кружочку, потом пьяный, блядь, всегда. Внимание. Бля, вот это, кстати, Хесус пиздец. Он реально, Хесус реально спиздил у Дрейка формат и даже ничего не сказал. Вот, блядь, сказал бы на стриме: ребята, у Дрейка хуйный формат, я его спиздил. Все, вопросов бы не было. Он даже ничего не сказал, блядь. Так нехорошо делать, без шуток. А, он сказал, все, тогда все нормально. Да, Хесус, ты молодец, прости меня, я зря напиздил. Тогда все. Я просто объясню, у меня все пиздили форматы, никто нихуя не говорил. Гаечка, Дмитрий Ликс, Дрейк, блядь, все нахуй у меня пиздили форматы, никто нихуя не говорил, что они их спиздили. Я сказал, взяли, без проблем, ну вы хотя бы сообщите первоисточник, скажите, что вы у Ильи это взяли, и все, без проблем. Раз Хес сказал, что взял, тогда похуй. Что, Дрейк, неприятно, да, когда воруют? Всем девчонкам нужен тот, с кем мы хотим. Бля, такая жиза, нахуй. Мне биологичка прям жопой в лицо тыкала. О, вот это хороший тикток. Нахуй надо мне это делать? Не понимаю, зачем. Нажимай, включи. Ребят, я в туре. А чё? Чё должен видеть там? Включи кнопку. Какую? Какую? Бля, Макс дошутится, я вам клянусь, блядь. Блядь, горох разлетелся. Я вас в жопу ебал. Я сейчас нахуй все расскажу. Стой, давай. Опа. Ну это гей. Наркотики и кал. Я забыл вас смешно. Мне стыдно, блядь. Простите, пожалуйста, черт, простите. Это полная хуйня, что за девочка? Я сейчас же просто вырву дверь, нахуй, и все. Давай просто напалим сейчас от пожарного безопасности. Летим отсюда. А? Пиздец. Чему их выпускают, а меня нет? Да, я говорю, пикардами пахнет. Вот такие стримы, это всегда легендарно. Бля, извините, я сейчас хочу вам прочитать, я немножко прервусь, хочу прочитать вам очень смешную пасту, которую мне вчера скинули, я с нее ржал, пиздец, сейчас. Хесус, как ты смел забить на Гвина? На, получай, сначала узнаешь, что такое дружба. Из этой хуйни ебать сдох вчера. А, значит, любим, согласен. Да нет, похуй, пусть свет. Вверх, восклицательный знак, нет. Что? Наверх, восклицательный знак, что? Нет, ты пума, блядь. Эй, беременная, привет, у меня бита, и получай еблет, блядь. Бля, я, кстати, спизжу этот формат, я предупреждаю, этот формат спизжу, тоже буду в него играть. Блядь. Я его спизжу. Подожди. ГТО вручают за... Бля, стрим с аквапарка Буде. Ребят, стрим с аквапарка Буде. В следующем году, точнее, этой зимой стрим с аквапарка Буде. Потому что стрим с аквапарка это топ. Утопление геев в святой воде. На, нахуй. Бля, столько приколов с этим я видел, сука. Я даже не знал, что, блядь, обычный момент самый. Чем мне прикольно? Кто, блядь? Your mama's... Что это значит? А, Стит, типа, блядь, охуенно. Call him back. Откуда вылез? Бля, а чё она так медленно поднималась? Почему не как у этого, как у пса? Видели, где он выпрыгивает? Она как-то медленно поднимается. Раньше я тебя не видел.
Ососать Мазилову. Или ремонт унитаза. Сдать Рабунзу Вертину до конца его дней. Или безлимитный запас пива. Попробовать эти вафли или 1 миллион долларов. Можно поговорить? Конечно, о чем? О тебе, обо мне. Не знаю, что сказать, мы мало общаемся. Ты хочешь продолжить? Да, я хочу продолжить, дружить. Бля, что за хуйня? Ваш это мемом? А где ирония? Где постмодерническое освобождение? Рассмешить братишкина? Блять! Нигде не видели, каждый раз напишу комментарий, и все посмеемся. От устойчивых социальных идеалов и отказ от традиционного понятия юмора. Где большой чунгус? Не знаю, где большой чунгус, но большой член у меня. Дрейку идет быть преступником, кстати. По Дрейку не скажешь, что он преступник, к нему идет. Выспался, наверное, и покушал, набрался сил. Вас? Да. Ставь лайк, если ты подписчик Мазелова и не умеешь читать, но ставишь лайк, потому что увидел лицо Мазелова. Я какаю. Бля, я тоже. Здорово, пацаны, я тоже сру. Всем привет. Ты миниган срёт с вами. Все срут. Питер тоже с вами, ребята. Ура! Бля, очень старые кружочки. Я только пришел домой и тоже сру. А как это так получилось, что мы все застакались в одно время? А? Бля, кстати, вот этот мем забавный. Там просто типа, что будет, если там 21 раз выстрелить в арбуз, например? И я такой, да, что же будет? И там этот хуй какой-то, ну не Вова, а другой какой-то хуй. И это реально, ну типа, очень раздражающий мем, но он забавный. You know my whistle, baby. Так это мой тикток. Ладно, хорошо, даже неплохо. Аня Генина. Убить. Даша Каплан. Убить. Артем Граф. Убить. Братишки. Убить. Хесус. Убить. Вот это всегда смешно. ГТО вручают за утопление геев в святой воде. Бля, Муму очень грустная книжка, кстати. Вообще не смешная. Вообще-то, блядь, вот с Саной Герасим нельзя так писать, блядь, потому что у него не было выбора, блядь, по-хорошему-то. У него, грубо говоря, не было выбора, потому что он всю жизнь так жил, и он не мог, типа, ну, ослушаться. У него не было выбора. То есть легко, легко судить его со стороны. Типа, он мог ее не топить! Но вы понимаете, что это то же самое, что, ну, извиняюсь за выражение, ну, во времена рабства, я осуждаю рабство, сказать рабу о том, что, ну, короче, вы поняли, что сказать рабу, типа. Он не мог, ну, он не мог по-другому поступить, потому что он жил так всю жизнь, типа. Очень грустная книжка. Что это за пи... За хуйня, боже мой. Хорошая песня. Ой, блядь. Ну, музыка для крипов чисто. Хочу пугаться. Слышь, бабка! А? Иди сюда, блядь. Ребят, вот вам сериал «Слово пацана». Голда. Сейчас будет шутка, да, про Гойду. Голда! Просто иглан. Блядь. Ебать, вывез с отзывов Голда. Опа, тикток пошел. Опять Фредди, блядь. О, Дрейк опять мышапы врубает. Еее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 ee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 
Мне не важно, рэпер, блогер, я поссал на обе стороны. Бля, охуенно! Oh, my волшебник, он мой план.
Я полностью согласен, полностью согласен. Я очень жду этот видос, я видел, мне скинули вот этот момент, я чуть не сдох со смеху, блядь. Я очень жду, я очень хочу видос посмотреть. А, бля, я проебался, бля. Бля. Я знаю, что лучше мы сейчас посмотрим его. Кумипеп. Выбирай, либо ты вернешься ко мне, мы будем встречаться, либо я умру. Набирается тут. Бля, Дрейк это если бы ТикТок был человеком. Вот серьезно, блядь. Без шуток. Потому что как только какой-то мем появляется в ТикТоке, он на стриме у Дрейка моментально появляется. Моментально. Бананчики! Какие у вас творческие планы? Может быть, вы хотите что-то заанонсировать на 15 тысяч человек? Да, я анонсирую, что я оконченный. Мистер Олимпия. The one and only. The greatest. Арнольд Шварценеггер! Блядь, тут такой пьяный на этом видосе, блядь. Ребята, хороший стрим для хороших людей. Уёбище, у тебя мама умерла. Спасибо большое, ну, Дашулька. Ламповый. Хотим... Даша, ты конченый. Что, ребята, дай вам всем бог здоровья за вашу поддержку. Реально невероятно. Спасибо. Уёбище, твоя мама умерла. Apple P81. Ну что, похимичим? Блять. В любой беде поможет всем Люсьен, Люсьен. Хорошая песня, хорошая. А знаете почему? Потому что Макс прокачался по музыке, а еще потому что сводил Федор Стэдди. Охуенная песня. Давно не было здравой стримхаты. Еще еблан, хату еблан-сквада нужно повторить. Но то, что хата еблан-сквада, это игровая. Мы все с вами понимаем, она такая. Но нету, вот не хватает вот такой вот стримхаты большой. Но я ее организовывать не буду, потому что да и в хуй меня на ним, блядь. Меня просто позовите и все. Ой. Классно. Хорошая подборка тиктоков. Савалина, лайк. Замечательно.